Никогда не было столько ресурсов, чтобы достигать каких-то результатов во многочисленных сферах, потому что все бралось у друзей наших. Те, кто спрашивает меня про полигон, сколько я там плачу за него, какие условия и так далее, это старый Пышминский полигон, там косарь в час стоит, но я знаю, где полигон есть бесплатный. Но я не скажу, где он, потому что вы все туда поедете стрелять. Живо. Чё, как тебе, погодка? Тебе-то по кайфу, я вижу. Ты любишь это. Ты копченая колбаса, сервелат. Шуть. Вкусный мячик. Сейчас я вам кое-что покажу. Это бабушкин торт. Она делает уже его на протяжении всей своей жизни. А я, в свою очередь, на протяжении всей своей жизни его ем. Он очень вкусный, и я сейчас собираюсь его поесть.